Для начала давайте разберем состав сборной Сан-Марино. Схему я менять не буду, потому что, ну, куда там мне лезть? Я думаю, что тренера сборной Сан-Марино, которые эту схему разрабатывали долгими бессонными ночами, им лучше знать, по какой схеме должна их команда играть. Хотя, учитывая положение сборной Сан-Марино в рейтинге FIFA, ну ладно. В общем, будем вот по такой схеме под названием «Суперавтобус» играть с забросами на нападающего с фамилией Виталя. Но сейчас я сделаю все же парочку замен. Я думаю, что невероятный правый латераль Цезарини со скиллом 59 засиделся на скамейке, поэтому ему место в основе. Этого парнишку можно... Да, вот сюда мы его поставим. На один повыше, как пел Леша Долматов, АК Жуф. Не стал я себя жалеть, делать слабую группу. В итоге получилось вот это. Скорее всего, наш поход на чемпионате мира закончится после второго тура с нулем очков и нулем голов. Но вдруг мы сможем зацепить очко с Бразилией, кто знает. А, смотрите, какой перехват. А да, иди сюда. Так, играем в автобус, поэтому я стою вот около флажка, как делают все киберспортсмены в FIFA Weekend League, например. Так, я вновь стою около флажка. Трусь около шеста, как кое-какие интересные работницы, да, вы понимаете, о ком я. Я около... Ладно, Дуглас Коста, Дуглас Костян, подача, вынос. Пока меня все устраивает. Вообще не чувствую сборную Бразилии. Ну да, что-то там пытаются, что-то там пасуются, что-то там... Так, ну ты можешь его, блядь, ну мяч-то в руки взять, Бенедетти. Там тебе зря, что ли, русские фанаты? О, русские фанаты в Инстаграме респекты давали. Ну что это такое? Ну, гол на совести голкипера. Нифига себе флекс. Это что, Олег Монгол забил или Лукас Пакита? Я что-то не пойму. Терпим. У нас будет момент, может быть, не в этой игре, может быть, даже не в этом видео и не в этой жизни, но рано или поздно он произойдет, я уверен. Главное не сдаваться, пацаны. Кафтиньо, ну это скорее всего 2-0. Игра предлагает мне делать замены, как будто там сидит какой-нибудь... Криштиану Роналду и ждет своего шанса, да? Опа, не... Я уже думал, сейчас забегание. О, у нас штрафной. Ну все, бразильцы, все. Готовьтесь, я заряжаю своего пушкаря. К точке. Кто лучше всех бьет? Никто. Ну вот Батистини на 68 лупит. Но, в принципе, не хуже Криштиану Роналду, о котором я только что говорил. Ну что, в девятос, пацаны? Вынимай. В итоге залетело в лицо Фабиньо. Я думаю, ему не понравилось. Второй тайм полностью под нашу диктовку проходит. Мы не даем сборной Бразилии выйти со своей половины поля. И даже порой бьем, но не по воротам. Так что я чувствую, что вот оно, запахло очком. Звучит не очень, да? И чё? Этот гол ничего не решает. 2-0, 3-0, никакой разницы. Срочно вайн этого момента. Лучше уже не будет. Эх, ну вот, пожалуй, этот гол решил все. Он меня окончательно надломил, и я уже вряд ли смогу затащить его. До этого был шанс цепануться за бразильское очко, зубами в него впиться, но вот сейчас... Опа! Ну, конечно, деморализованного соперника каждому, а вот никакого уважения. Ну и второй матч против Коста-Рики, который многое решит. Ну, даже если мы вылетаем прямо в этом матч, наверное, даже это будет хорошо, потому что пацанам, ну, моим ребятам завтра на работу. Смело защищаем свое очко, потому что именно оно дает нам шанс
на продолжение борьбы. И пока что это получается. Пока что. О-хо-хо! Первый удар в створ. То есть в теории мы даже что-то там можем как-то какие-то голы забить. Ну, для этого нужно вратаря убрать у соперника. Но, блин, а я-то хорош. На, Берарди, блестящий латераль, забирай его какой-нибудь КамАЗ набережные Челны. Там он не потеряется, я думаю. Ну шо творим, пацаны, шо творим? Гол уже вот он, витает в воздухе, запах победы. Ай-яй-яй-яй-яй, Хаэль Кэмпбелл, нифига себе, кого вспомнили! Видишь, вообще играет Хаэль Кэмпбелл? Я помню, он считался перспективным после ЧМ 14 года. 5 лет назад! Ой-ой-ой-ой-ой, сейчас он обыгрывает сборную Сан-Марино. Вот так вот, да, вот так вот судьба распорядилась, да. Хорошая позиция! Блин, я просто хочу забить гол. Все, я понял, что выйти шансов нет, но хотя бы просто забить гол. В створ я уже попадаю, кстати. На вас. Офсайд. Офсайд, я все видел. Судья вот не видел. Блин, ну наш форвард просто! Ну на вас! Ну ты же хороший, добрый мужик, по тебе видно, ну дай хоть голик пропусти. Хватит. Просто хватит. Хаэль. В общем, Кэмпбелл нас вертит на своем Хаэле. По-моему, хитрик, да, и как-то... Нет, ну моменты были. То есть в теории за сборную Сан-Марино на легенде даже можно забить гол. La-la, losing control. О, это я чутка поплыл. Я заметил, что сборная Сан-Марино постоянно под конец матча играет чуть хуже, чем в начале. Например, с бразильцами мы, по-моему, 3 пустили. Все, я не могу. Я, извините, но тут, походу, будет даже больше, чем 5-0. В общем, пацаны, не удался эксперимент, хотя после первого тайма мы смотрелись неплохо. Если это видео наберет 728 миллионов лайков, то я попробую еще раз. А на этом всем удачи, всем пока, целую и обнимаю каждого.